Единая лига ТВ представляет очередной раунд поединка двух баскетболистов, в котором они обойдутся без мяча, колец и партнеров. Алексей Печеров из Азовмаша и Кирилл Фисенко из БК Донецк играли друг против друга в NBA, вместе защищали цвета национальной сборной Украины, а в этом сезоне их пути пересеклись еще и в единой лиге ВТБ. Сегодня они определят сильнейшего, не выходя на паркет. Кто же из украинцев победит в интеллектуальной дуэли? Итак, 1-1. Кирилл Фисенко против Алексея Печерова. Классическая. Некоторая попса может испортить настроение. Ну или какая-то уж слишком национальная. Ну, наверное, какая-то классическая музыка, типа Чайковского или Баха. Я думаю, он такой мощный форвард. Он как в боевиках идет на пролом, и так, наверное, и в баскетболе. Тренера? Потому что я не вижу его нигде, кроме тренера. Легко. Я думаю, да, без проблем. Осталось только организовать это, и я готов. Ну, это бы стоило очень много денег. Возможно, тоже, наверное, ему бы, наверное, помогли, у него там много охранников. Ты как ее только не коверкали. Иногда неправильно в основном ставят ударение. То есть или Печеров, или Печеров. Ну и такое. Ну, во-первых, меня один раз назвали девушкой. Я просто редко появлялся в университете, и когда я в очередной раз пришел, отмечали энками и спрашивают: Фисенко, где эта девочка? Она опять отсутствует. Ну и еще меня в школе назвали у нас Фросенюк. Нет. Да даже если бы он был завязан руками за спиной, я бы все равно побоялся выйти с ним на ринг. Навряд ли, думаю. Но нужно бороться, нужно выходить. Если бы такая ситуация была, то есть надо выходить и стараться изо всех сил, а там уже будет что будет. Нет, такого никогда не пробовал. Ну, я думаю, хорошая идея. Да, но часто после этого просыпался. Ну, гостиницы, наверное, в Америке больше всего запомнились, потому что Ритц-Карлтон одна из самых таких фешенебельных гостиниц в мире. И когда были в Америке, постоянно останавливались в них, и они в каждом городе очень такой, на очень хорошем уровне. Очень давно это было в Кривом Роге, и это была очень плохая гостиница. Она запомнилась тем, что я спал во всех вещах, которые я привез с собой. Было очень холодно, хотя на улице было всего лишь -2. Когда играли за молодежную команду харьковскую, политеховскую, в Кривом Роге, был тур у нас. И останавливались в женском общежитии. Ну, условия оставляли желать лучшего. Это, наверное, вот такой контраст, где ты пожил в самом худшем и в самом лучшем. Чебурашка и Гена, потому что они все-таки атлетичные, помогали пионерам, таскали разные металлолом, а Пятачок и Винни-Пух, что они делали? Только по деревьям лазили и ели мед. Чебурашка Гена, я думаю. Большие уши у него закрывают всю площадку.